Окей. Итак, подиумный стиль, высокая мода и макияжи тоже. Самое модное направление – это разнотекстурность, сложный макияж. Даже если мы берем наш классический Smokey Eyes, который никогда, наверное, не выйдет из моды, и всеми безумно любимый вариант макияжа, именно его я сегодня покажу, но я его усложню, я его сделаю сложным. Во-первых, разнотекстурность во всем. Матовая кожа, шелковые румяна, блестящие губы или абсолютно матовые губы, супер перламутровые тени. И плюс я еще это буду усложнять. Все это есть в нашей новой палетке. Есть теплые и холодные оттенки, как вы видите, для того, чтобы каждая из вас могла себе сделать тот самый супер модный макияж. Что имеется в виду? Вы можете делать смоки холодным, а сверху нанести золото. То есть холодный цвет будет блестеть теплым оттенком. И наоборот, можно сделать теплый смоки айс и сверху нанести серебро. У вас теплый цвет будет сиять холодным оттенком. И в этой сложности цвета будет вся... самое пальцем, кистью, кому как удобно. Верхние века обязательно тоже. Приготовили мини. Барабанщикова, Минск, Беларусь. Коллекция «Весна-лето 2017». Можешь себе, чтобы ручки его по бедру себя. Тут до конца, не надо разложить. Хочу вам показать. Мы уже приехали ночью. Сейчас мы заказали завтрак в номер. Вот принесли завтрак. Покажу вам. Сейчас начало четвертого. Мы прилетели ночью, но мне очень сильно болела голова, поэтому я, в общем-то, спала просто все время и пила таблетки, так что
возможности у меня выйти в ресторан внизу, в столовую нету в отеле никуда, потому что не хочу я. Вот, в общем, принесли завтрак, овощи, значит, тут колбаска, сыр и всякое такое. Здесь у нас чаечек, хлеб, ну и стандартно вот такие вот всякие штучки. Это варенье из абрикоса, из розы, мед, масло и всякое такое. Куча сахара, которого я не ем. Вот, так что сейчас буду наслаждаться, буду кушать до самого вечера, сидеть наслаждаться. У нас там еще шампанское стоит. Я вчера не пила его, потому что опять-таки болела голова, так что сейчас это можно все сделать. И покажу вам, наверное, вид. Вид из окошечка. Сейчас немножко облачно уже стало, затянуло облаками, вот солнышко здесь. Ну, в общем, смотрите, какой красивый вид. Здесь яхточки можно брать на прокат, вот. В общем, красота красотецкая просто. Вот, как видите, люди купаются, ноябрь месяц, люди спокойно купаются, все отлично. Вот, так что вот такая вот красота у нас. Такое шампанское. Вот. Ну и все, буду завтракать. Так что все, начинаем завтрак, потому что я безумно-безумно голодная. Сюда я бы еще добавила яйца. Я вот всегда на завтрак очень люблю яйца. Но поскольку, наверное, полпятого, поэтому они решили не делать яйца. Не знаю, в общем, все. Я уже кушаю, голодная.